Доброго всем времени суток, с вами Тексер, мы в Лунгдарке, и вот оно то, чего мы ждали. Вот они, чертовы эти лампочки мигают. А, блин, да ходи ты быстрее, собака страшная. В общем, я перезашел. И в этот раз в первую же ночь у нас выпало северное сияние. Чертов рандом. Я ненавижу, когда в играх втыкается такое. Видимо, отсюда дальше только одна дорога. Видимо. Где там? Я вызвал лифт. Я не вызвал лифт. Ну, я что-то сделал. Я куда-то поехал. Так вот, пока мы едем в темноте. Holy shit, what was that? Открыли двери лифта. Шикарно. Давай, туши, туши, туши. Тут светло, хорошо. Ага. А я бы подождал дня, знаете ли. Вот прям вот взял бы и подождал. А, буквально вот 3 часа поспать. Черт с ним, что у меня будет там воды меньше, еды. Пофигу, зато светло. Итак. О-о-о. Не так все просто в этой жизни, да, вы хотите сказать? Ну ладно. Я не настаиваю. Че с едой? Жрать нечего, хорошо. Спальный мешок. Давайте еще часик 3. Три, я сказал, дреманем. Я понимаю, что я трачу время, но, блин. Я что, в темноте буду шарахтать с фонарем? Нет. Не буду. День, день. Поднять. Вот так вот. Это лифт, на котором мы приехали, на котором, в котором, кстати, лежит чувак. Обычный рюкзачок. Не надо. А, возьмем. Труп. Пожрать есть. Черт с два. Ну, кто бы сомневался. Не так все просто в этой жизни. Что у нас в заданиях? А, внутреннюю часть дамбы. Сейчас исследую. А, сохранимся, да. О чем я начал? А, ну вот. Когда в игру вмешивается какой-нибудь рандом, что вот, ты выкинул, не выкинул, жди. А, пришел, сейчас торговец нету, сейчас он есть, он то есть, то нету. То есть вы хотите там привлечь в игру так, типа, реалистичность. Как в жизни. Ну, вы тогда дайте мне через разбитое стекло сюда спокойно вылезти. Раз уж так у нас реализм, да? Дайте всю эту кучу путей, которые связаны с этим реализмом. Сломанный остов волка. Мяско. 0,8 кило. Берем. Хм. 700 грамм сырого мяса меня устраивает. Я, правда, тут разжечь ничего не могу. И джебеда ее уже не впаду. Ну ладно, пускай мясо со мной будет. Так, ладно, продолжаем наш обход. Тут есть бочки. Нет, не те бочки. Тут просто есть бомжи-бочки, вот это вокруг которых бомжи греются. И в этих бочках можно на самом деле пожарить, наверное. Да, не пройти. Картонная коробка. Фига тень. Пойдем наверх. Ага, пришли, понятно. В чем, собственно, фишка того, что я вот... Сейчас я пришел, у меня тут есть северное сияние. Сейчас я пришел, у меня его нету. То, что сейчас мне повезло, а сейчас не повезло. Но это неправильно. Это вы напрашиваетесь на сейвлот. О, веревочка. Можно вылезти, наверное. Сейчас посмотрим. Нет? Можно слезть. И... Рюкзак тяжел. Я понял. Я так понимаю, это дело к финишу. Так.
В жопу фонарь. Ну, не выкинув, я не вылезу. Что я еще могу сказать? Что мне еще выкинуть? Шубу я не отдам. Антисептик. Блин, это мой единственный антисептик. Воду в желудочку залить могу. Могу мясо выкинуть, на самом деле. 800 грамм. 900 грамм надо куда-то деть. Гвоздодер я не рискну выкинуть. Парам-парам-парам. Ну, это 700 грамм. Гвоздодер было бы выходом, но нет, 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 нет. Слушай, швейную фигню. Я собирал всю игру, конечно. Но мне столько не надо. Ну, на трех выше головы, если что. Эту срань. Бросить все. 0.16. Бросить. 0.13. Чё ещё у меня? Ну, ведь не весят. Патроны нужны, сами понимаете. Ты кто? Сухой плод Тимофеев. Это костер разжигать. Блин, они копеечные все по весу. А, вот. Все прекрасно. Нормально так выкинул. Че, все? Жизнь прекрасна, удивительно. Правда, ни хрена хорошего нет. Вообще ни хрена хорошего нет. Я за что вообще лез? Тут вообще ничего нет. А? Нет? А зачем я что залез? Я думал, через окно выход. Нет? Я зачем выкидывал там все? Исследовать внутреннюю часть дамбы. Я и исследовал. Может, я не оттуда, откуда-то пришел? В конце концов. Уже тут отсюда должен был прийти. А, вот. А, отпусти меня, чудо трава. Тряпочки, тряпочки. Ой. Разрух. Ну, стол какой-то. Пойдем пошаримся. Может, еда есть? Ага, черта с два, еда тут есть. Что-то к концу игра стала какой-то фигней страдать. Картер. А, вот эта комната где тут. И оно светится, электричество есть. Ух ты, ёкарный бабай, да что ж такое-то? Электричество есть. Днем. Без сияния. Тьфу. Ну куда дальше-то? Что-то я уже ничего не понимаю, куда я должен идти. Вот реально. Хренотень какая-то. Да я только что там ходил, с той стороны. Или не там. А, я туда не могу пройти, я должен его пройти так через верх, спуститься по тросу, да? Но вместо этого я дотянулся до троса отсюда. Ну, что я могу сказать, круто. Давайте еще раз дотянемся и переместимся на ту сторону. Там дверь вроде. Да, там дверь какая-то. Все. Мало того, я отсюда могу все это собрать свое. Да. Что еще там? Топливо для фонаря, да? Обезболивающее.
Ну вот как-то так. И попробовать сказать, что я читер. Дивный новый мир, вперед. Пошли на верхнюю плотину. Что бы это ни было. Круто. Да, на верхнюю плотину вниз. Пожрать-то что-нибудь тут есть. Хожу как. Кофе. Нет, вообще фигня какая-то. Нет, ничего. Ну давай какую-нибудь еду. Пусто. Покинуть нижнюю плотину. Хрен мне по всей уже морде. Че, тут опять сидишь ждать? Вы издеваетесь. Не, у меня теперь есть богатый опыт ожидания, конечно. Берем, не берем. Не берем. Да. Пластмасс в контейнер. Ну, я не верю, что это еда. О, рюкзак. Ну давай, банк тушенки. Неплохо, неплохо. Не надо. Не надо. Жируем. Так. Ладно, это НЗ. Едим. Неплохо, кстати. Так. А че я ружье достал? Чую, наверное, что-то. А я тут был? Тут не был. Так, нет, с ружьем я, наверное, зря. Куда идем мы с пятачком? Да хрен его знает. Ну ладно, идем. Там дверь была точно заперта. Вот тут я могу верхом пройти. Не знаю зачем, не знаю куда. Но могу. К чему они все это вообще градили? Чему меня должен научить этот чертов лабиринт? Не хочу на брюшке. Задолбали меня на брюшке. Не, насколько все хорошо было, как бы по большей части игры, насколько хреново все в конце. Этот маразм с тем ожиданием электричества просто вот выморозил. Просто выморозил. Не делают так. О, дальше дверь есть. Хватит, пень. Мусорку не буду искать. Ну, тут, по-моему, он такой инструментальный, нет? Ткань. А, нет, еда есть. Есть еда. Прекрасно. Обыскать. Ну, нормально, мы что-то находим. Повязку берем. Антисептики есть. Набирать не буду, я перегружу. Продолжаем наш путь. Куда? Зачем? Черт его знает. Вперед. Там была дверь с кодом на нижнюю плотину, но это надо ждать ночи, видимо, чтобы открыть. Но он пока нормально идет, можно сказать. Выход, походу. Я уже с большим удовольствием в лесу с волками окажусь, чем по этой плотине чертовой лазить. Что тут у нас? О, еще ящики. Давай. Хорошо, что вы задел не ухил. Ну, я ничего не ухил, я собрал обратно. У меня есть, не надо. Давай, давай, давай. Беру, ну, просто у меня вода кончилась там. Кончается, вернее. Кипятить негде, поэтому я беру такое. Металлическая полка, варежки, хрен мне варежки. Что, серьезно, сюда может дойти человек, у которого нет варежек? Блин, надо мышку не отпускать, когда вот ломаю. Да, берем, берем.
соленым крекерам надо много воды. Вот так надо не отпускать. Берем, берем. Какие-то странные ящики, да? Газеты. Берем. Берем. Интересно. Энергетический напиток, это интересно. Так, у нас уже сильный перегруз идет. Так, мы сейчас попьем, поедим. Поедим, попьем. А, вода сюда поперла, хорошо. А, вся бутылка пошла, вода. Отлично. Выпита. Съедена. И еще съедено. И еще мясо есть. Потуше. Обошлю споткнулся в стул. Тоже неплохо. Так, тут что? Тут... Ничего. Автомат. Угу. Это что такое было? Закрытый сейф становится интересно. Закрытый железный сейф – примета старого мира, незнакомец. Мира закрытых дверей, и на все вход воспрещен. Что-то я ничего не понимаю. Я был частью того мира, но его время вышло. А теперь это мой мир, и мой мир, значит, мои правила. В моем идеальном мире нет никаких замков. Твой мир звучит странно. Что в чемодане? Понятия не имею. Что в чемодане? Надеюсь, обезболивающее. Your ID says по документам ты пилот. You have a plane somewhere. У тебя где-то здесь есть самолет? My plane wouldn't do you. Мой самолет тебе вряд ли пригодится. Yeah. Should I show you what happened? Показать тебе, что было с теми, кто мне врет. После того, как я закончил, она выглядела не очень. She. Она? So now he's ready to talk. Ага, вот мы и заговорили. Well, don't worry, pilot. Не волнуйся, летчик. Вы скоро встретитесь. Благодарим, в общем, тех, кто нас поддержал на Kickstarter в раннем доступе в обзорах. И это все. Вообще, ролик мне знаком. Такую концовку я видел еще не знаю. Год назад, наверное, это ролик. Я думал, что редукс этот. Они как-то продолжили его. Нет, игра продолжается до туда же. А в чем тогда изменение это было? Эпизод 1 и эпизод 2. Блин, я что даже не знаю. А что было эпизодом 1? А хрен его знает. В общем, нормально шедшая игра, к концу что-то съехала. Во-первых, этот маразм с ожиданием на плотине рандомной ночи, когда засветятся лампочки. Ну вот, я в прошлой серии при вас сидел 3 ночи там, они не светились. А после этого я перезашел. Мне уже было влом ждать по часам. Я просто запустил сон на всю ночь. И когда замигало вокруг, я нажал просто отмену. Согласитесь, способ прохождения этапа очень тупой. То есть кто-то там может просидеть неделю, кто-то может пройти сразу. В чем смысл, я не понимаю.
При том, что кодовый замок я открыл, электричество было. Ну, я бы иначе не открыл кодовый замок. То есть, было электричество, я зашел, электричества нет. Странно. Ну, хрен бы с ним. Разработчики хотят сказать, что вот этот хрен меня ждал. Сидел в даме, ждал меня, пока я шил шубу. Пока я охотился на медведа, а он сидел в недрах дамбы и ждал, когда же я там пойду. Бредятина. То есть, в принципе, неплохую такую выживалку с небольшими приключениями превратили такой концовкой в какой-то не пойми чего. И главное, я не пойму, почему концовка довольно старая. Я думал, это редукс редакция, они как-то продлили, там добавили эпизодов, нет, нифига. Я помню, когда была игра в сильно раннем доступе, вот прям в сильно раннем, там можно было идти, там, да, деревня с бабкой была, но она в конце пути была. Ну, короче, локации были перемешаны относительно того, что мы проходили. И заканчивалось все, собственно, ничем. То есть, приходил в очередную деревню, тебе говорили, ну, типа, все, конец эпизода. Ждем выхода игры в ранний там доступ или во что, не помню. Больше нет. Потом появилась эта концовка. Я, естественно, уже прохождение это смотреть не стал. Я просто посмотрел, какая концовка. Ну, типа, еще не закончили. Рано за игру браться. Ну, пилот жену не нашел, то есть игра еще не доделана. То есть они еще будут делать. И вот вышла эта редакция, этот редукс. Я думаю, все, игру доделали. Красота, давайте ее проходить. Черта с два. Все вопросы остались открытыми. Что произошло? Во что темное это впуталась жена главного героя? Ни хрена непонятно. В общем, впечатление, скажем так, среднее. Так, по геймплею игра, согласитесь, неплоха. Вполне нормально в ней живется. Выживается, немножко крафтится. Я да, не упарывался я с крафтом из металла, как вы, наверное, заметили, всего этого. Единственное, что я уперся в эту шубу, можно было не шить, кстати. Можно было сразу идти на дамбу, у меня еды было там, сколько на 4, по-моему, дня, вообще беспроблемно было еды. Я точно прошел бы, не голодая. Ну, ладно, захотелось шубу. Но вот такая концовка, она что-то все портит. Ну, я понимаю, что разрабы хотели интригу, но... Мне такая интрига, короче, не нравится. То есть, к концу игры немножко мне впечатление испортили. Ну что ж, на этом все. Что-нибудь жмите, что-нибудь пишите. Всего хорошего и до новых встреч.